Добрый день! Сейчас я вам хочу рассказать в данном случае котел силы. Это аналог АТА, ДАКОН и еще очень популярная модель ВИАДРА СУ-22. То есть к ним можно, к этому котлу можно докупить вот такие вот полочки. То есть вот так они выглядят. То есть, набираются полки все, кроме последней, да? То есть, вот они вот так вот, вот такие вот. Вот, и получается, вы их просто ставите как сопротивление, да? То есть, вот так вот вы их ставите. Одна, вторая, то есть, в зависимости от секции, до вот этой вот двери, да? То есть, и вот так вот их, грубо говоря, кладете, и тогда пламя, оно, вы заставляете его идти как бы до конца, да? То есть создаете еще один такой канальчик. Так что обращайтесь, если что, могу предложить. Мы их также продаем. Спасибо, до свидания. Это, кстати, уменьшает расход гранул примерно на 25%.